Тема. Огневая мощь. Отображает поражающие действия корабля в идеальных условиях. Существует два показателя урона. ДПС, урон нанесенный в секунду, и альфа, мощность единого залпа из всех орудий. Для максимально возможного ДПС используются орудия ближнего боя, у которых альфа-урон существенно ниже, чем у дальнобойного оружия. Зато у орудий дальней дистанции ниже ДПС. На показатель огневой мощи влияют орудия, установленные на корабль, и дроны. Наглядный пример. В данном случае установлены самые простые орудия ближнего и дальнего боя с одинаковыми патронами. Дальнобойные наносят 10 ДПС и 78 альфа. Ближний бой 12,2 ДПС и 39 альфа. Вы сами выбираете свой стиль боя. Быть артиллерией, снайпером, нанося точные и мощные удары с большого расстояния и держа противника на расстоянии. Или штурмовиком, стратегия в бою которого заключается в незаметном проходе или стремительном натиске с целью нанести максимум урона за минимальное время и выбраться из гущи боя.